Как нужны нам реки, как нам нужен дождь Твой. И действительно, каждый из нас, он нуждается в Божьем прикосновении и в Божьей благодати. И как вы заметили, первая часть нашей программы, она больше говорила о том, что наш Бог, Он есть великий, наш Бог, Он есть всемогущий, Он есть Творец Вселенной. Но также, я думаю, что вы обратили, и для каждого из нас должно быть немаловажным тем, что Создатель этой Вселенной, великий Бог, он настолько полюбил свое творение, что Он опускается на землю, Он унижает себя, и он есть униженными людьми, и Он приносит себя в жертву из-за того, что Он так сильно любил свое творение. Великий Творец, Он пострадал для того, чтобы даровать спасение каждому из нас, тебе и мне, мой дорогой друг. И дальше следующие композиции, следующие песни, которые у нас будут, они будут напоминать нам о Голгофе, они будут напоминать нам о страданиях Иисуса Христа. Я хотел бы, чтобы в этот момент мы действительно вспоминали, и в нашем сердце было понимание о том, что эта кровь, она проливалась за нас. Упала слеза на горячий песок, и кровь на ланитах застыла. Полдневное солнце, как красный цветок, казалось, в зените застыла. Гремели доспехи, звенели мечи, блестели на солнце палящем. И громко смеялись, бронясь палачи, над ангцем на древе висящем. Когда Он любил, не любили Его, когда Он прощал, проклинали. Возмездием за зло не воздал никому, и тем, кто Его распинали. За все человечество кровь пролилась ценой бесконечной, бесценной. Голгофа над грешной землей поднялась и сделалась центром вселенной. За все человечество кровь пролилась ценой бесконечной, бесценной. Слава Христу!